Вовка. А спроси, кто там, а вдруг хулиганы, а? Или свидетели чего-то там? Это ко мне-то. К тебе-то. А ты что, у нас богом поцелованный? Таких к тебе не ходят? Ну почему, могут и зайти, но ты же меня знаешь. Как придут, так и уйдут. Здорово. Здорово. Ой, здорово. Я не поздно, нет? Ну, может, ты уже на боковую собрался? А ты, значит, специально заехал обидеть товарища, да? Да если тебя уж кто-то обидел, а? Что, проблемы загрызли? Да нет, нормально все, проходи. Угу. День такой попался. И ты еще совсем зеленый. Весна на сердце, каждый день весна. Весь мир живет в твоей. Товарищ генерал-лейтенант, а я, у меня прихожий померещился. Хороший. Ты же один не пьешь. А? Что, сорвался? Да нет, не сорвался. Все в порядке, не волнуйся. А, ну, хочется верить. Это я так, под настроение. Видимо, была причина? Не было, но появилась. Людмила мне опять снится стала. Ну, это, брат, нормально. Ты же всегда говорил, что она тебе снится. Но не каждый день. Послушай, Вась, может, тебе в церковь сходить, а? Свечку поставить? Да тут другое. За могилу ее кто-то начал ухаживать. А вот кто? Непонятно. Ну, сырник, угадай с трех раз, куда тебя вызывают? На КПП. Так точно. Наверное, опять крестный папа приехал. Ну, а кто же еще? Да, везет тебе. Да не хочу я идти. Задолбал он уже со своими сувенирами. Да ладно, нормальный мужик. Столько сделал для тебя. Ну, пошел он. Не хочу я ничего от него. Пускай он от меня отстанет. Лёх, ты чё, башкой за угол зацепился? Чё ты завёлся-то? Да не завёлся, я просто не хочу. Чё ты не хочешь? Зависимости. Какой зависимости, а? Мне в такую зависимость, я бы жил, не тужил. Печка, ты просто не понимаешь, что это за зависимость. А ты расскажи, чё фыркать-то, а? Блин, постоянно думаешь, что ты кому-то что-то должен, и что кто-то придёт, и придётся что-то давать в ответ. Понимаешь? Пацаны, но бесплатный сыр только в мышеловке. Мне кажется, что он что-то от меня хочет. Он же ничего не требует. Ничего не требует, а потом затребует. Чего? Ну, не знаю, ну, любви с сыной, может быть. Мне придется имитировать. Ну, нет, не хочу я. Мне своего отца хватает для имитации. Да, у Сырникова опять вертолеты в голове полетели. Слушайте, парни, ну, как-то неудобно. Там тот человек стоит, ждет. Вроде мужик нормальный. А мы столько его еды съели, столько денег он передал нам. Ну да. Не возвращать же это все под фамилией Сырников. Ну вернуть-то мы не можем. Ну хотя бы сходить, сказать, что Сырников не выйдет. Ну, залет или наряд там. Да, конечно. Конечно, надо сходить. Ты вот боссом, кстати, до сих пор жрешь его витамины и эти добавки лопаешь. И не каешь. Ну хочешь, я могу сходить. Да ладно, лопай дальше, я схожу. Thank you.
И как ты вычислил? Да просто очень. Ну, ты знаешь, со временем-то у меня сейчас не густо, начало учебного года. Часто на кладбище бывать не получается, но раз в месяц-то я обязательно туда приезжаю. А тут как-то появляюсь, смотрю, могила убрана. Все так чисто, аккуратно, песочек посыпан. Ну, я думал, кто-то ошибся. Приехали там на соседних могилах порядок наводить, а заодно и мою прихватили. Глянул, а вокруг все такое заброшенное, заросшее, и только у меня порядок. Причем это не один раз. Ну, может, кто-то из знакомых? Ну, или боевых товарищей? Я думаю, объявились бы, позвонили обязательно. Ну, что ж так, втихомолку-то. Подожди, там же сторожа, охрана. Не интересовался? Сторож твердит одно и то же. Не видел, не знаю. Думаешь, не вред? Да кто их поймет? Они ведь на кладбище, которые работают, все какие-то странные немножко. Слушай, подожди, а что тебе не нравится? Ну, чем ты недоволен? Ты понимаешь, Володь, как тебе объяснить? Мои отношения с Людмилой – это моя личная жизнь. И моя память о ней – это тоже моя личная жизнь. Я не хочу, чтобы кто-то в это вмешивался. Даже наша собственная дочь, когда приезжает, только со мной вместе ходит на кладбище. Одна никогда. А тут кто-то посторонний появляется, наводит там порядок. Вот это мне не нравится, понимаешь? Это мое и ничье больше. Не хочу. Здравствуйте. И ты будь здоров, боярин. Вы Вадим Петрович? Да, я. Курсант Сухомлин, друг Лёша. Угу. А где же сам Алексей? А вы знаете, он не сможет выйти. Угу. Почему? Спасибо. Просто его ротный вызвал неожиданно, вот. И... Ну, я подожду, если это ненадолго. Нет, это, понимаете, это очень надолго, так что, Вадим Петрович, вы лучше не ждите, потому что мы еще потом в наряд заступать там, в караул, вот, и как-то... Понятно. А потом на кухне готовить и ночью траншеировать. Тебя как зовут? Илья. Илья. У тебя в школе по прикладному вранью двойка была? Что? Ну ладно, не напрягайся. Ты, Леша, хороший друг. Как? Суворовского вместе. Хорошо. Передай Лёше, что я все понял. Но мне все равно нужно с ним поговорить. Мне нужен всего лишь один разговор, после которого он поступит так, как считает нужным. Без этого разговора я от него не отстану. Понял? Так точно. Ну, молоток, давай. Пока. До свидания. О, шик, блеск, красота. Это ты про меня? Почти. Про меня. Печка. Эй, печка. Ты там ботинки в сланцы не сотри. Крас, за собой следи. Слышь, Крас, ты его не трогай. Убьет и фамилию не вспомнит. Он же у нас качается. Сам Валуев его боится. Держи. Хорошо смеется тот, кто смеется в опрятном виде. Хорошо смеется тот, кто смеется в увале, Степ. Да. Я-то скоро посмеюсь. Не факт. Пацаны, Прохор сказал, что на увал-то особо губы, чтобы не раскатывали. Потому что с успеваемостью у нас у всех лажа. А Пороти, в общем-то, как у нас? В целом, Пороти уже никого не волнует. Золотые времена коллективной ответственности уже накрылись медным тазом. Жаль. Как-то в среднем Пороти, ну, всегда нормально получалось. Да, вот у нас в колхозе, например, эта система коллективной ответственности до сих пор работает безотказно. Вот, например, не собрали вовремя урожай, так виноват не один комбайнер, а весь колхоз виноват. Да дурацкая эта система коллективной ответственности. И в армии то же самое, я учебу имею в виду. Ну вот хочешь ты учиться, учись нормально, проблем не будет. Не хочешь учиться, так не ной. Нет, тебе легко говорить, Красильников. Ты у нас башка с большой буквы БА. Да, учишься и не парись. Так а что тебе мешает учиться? Пробелы в знаниях. Мы ж после школы сразу в армию пошли. Вот и знания стерлись. Так есть самоподготовка. А, там поспать хорошо.
Вот такая у нас засада на пути к знаниям. Ну вот, ребята, рассуждаем. А вот если бы как-то помог, вот ты... Так я разве не помогал тебе? Помогал. Нет, спасибо. Но списать это одно. Вот если бы как-то объяснить... Ну а кто-то когда-то ко мне обращался? Слушай, так вот я обращаюсь. Прямо сейчас, честно. Ну хорошо. Давай, поднатаскаю тебе. Серьезно? Вот здорово. А когда? Ну, хочешь на самоподготовке? Какой предмет? Да математика. Просто вот это контрольное на носу, а вал хочется. Ну, ладно, ладно. Договорились. Крас, а меня поднатаскаешь, а? Ну, все не прочь, все не прочь. Лишь бы желание не пропало. Я больше не буду. Тебе налить? Нет. Ну, я тогда раздражитель убираю. Уважаю я людей, которых предохранители не перегорают. А я уж, когда пузырь-то увидел, аж страшно стало. Да ладно, Валы, ты же знаешь, я слово держу. Ну, это уж я понял. Послушай, Вась, я опять насчет Людмилы. Можно? Говори. Может быть, все-таки родственники на кладбище? А? Нарисовались? Да нет, родственники, ведь они, когда приезжают, обязательно проявляются как-то. Ну, а те, которые живут в Москве, их, в общем, мало. Ну, все же есть? Да, есть. Может быть, ты и прав. Это версия, надо бы проверить. Вот. Все-таки во мне какая-то польза есть, да? Есть, есть. Ну ладно, вот значит, на этой интересной версии я с вами, Василий Макарович, раскланяюсь. А то мне еще в округ ехать. Ну ладно, а ты че приезжал-то? Вот на тебя посмотреть, красавца. Проводи меня. Ну и теперь, как это сейчас говорится, утренний хит-парад ваших проблем. На третьем месте курсант Глущенко со своим хитом «Сегодня очередь пришла дежурить мне». На втором месте курсант Резник с незабываемым шлягером «Опоздал на построение, здравствуй, брат, в неочередной наряд». Ну и на первом месте вся рота с актуальной композицией «На носу соревнования по гиревому спорту». Что зашелестели звезды хит-парадов? Готовим старую песню «Косив ясь соревнования», отставить заезженные пластинки. Жду ваших предложений, как победить в гирях. Че тебе перепечка, сказать что ты хочешь? Так точно. Товарищ капитан, а может быть это, ну, роту прокачать? Чего? Что значит прокачать? Мы не в тачке на прокачке, перепечка. Мы в военном училище. Ну, да нет, ну, в смысле, ну, в качалку сходить, а то просто туда только старшие курсы пускают. Может быть, нам сходить? А, понятно. Но тут есть два варианта. Либо мы валим весь первый курс экстерном, либо я как-нибудь попробую достать для вас, так сказать, абонемент. О, было бы здорово. Спасибо за похвалу, перепечка. Я оценил. Ну что, будучи Жаботинские, на этой мажорной ноте разойдись. Печка, что ж ты, я только на учебу настроился, ты меня гири сбил. Как мне дальше? Печка, тебе что больше всех надо, а? Взял на ровном месте всю роту на качалку подгрузил. Да ладно, от соревнований все равно не отмажешься, а бодибилдинг пока еще никому не помешал. Ты, Печка, бодибилд, понял? Правда, Серег? Не знаю, мне про него никто не стучал. Да-да? Светлана Кирилловна, можно? А, зятёк, ну заходи. Я на минутку, пока перерыв. Ты смотри, я тебя зятьком назвала, а ты даже не отреагировал. Ну а что удивляться, все там будем. А что ты прискакал-то на всех парах? Опять послание? Да, только устное. Светлана Кирилловна, у нас завтра увольнение, и мы с Мариной договорились пойти в кино. Вы не могли бы ей передать, что я встречу ее не у метро, а прямо у кинотеатра. А ты ей позвонить не пытался? Да понимаете, у нас связь могут обрезать. Ну, сейчас мы готовимся к этим, к соревнованиям по гиревому спорту, и телефонов нам не видать.
Хорошо, я передам. Только я тебя очень прошу, постарайся общаться дальше с Мариной без меня. А то у меня как-то роль перевалочной базы, ну, не очень нравится, понимаешь? Спасибо, Светлана Кирилловна. Вы самая лучшая теща в мире. Так, Красильников, я тебе покажу тещу. Разрешите, Светлана Кирилловна? Ой, Станислав Петрович, здравствуйте. С кем это вы так по-родственному? С курсантом, что ли? Это что еще за теща? Да это у меня анекдот про тещу рассказал. Смешной? Да нет, скорее банальный. Расскажите. Станислав Петрович, у меня совершенно нет времени, не до анекдотов. А что у вас? А у меня? У меня вот. Вот. Это что? Билеты в театр. Два. Линком. Слушайте, еле достал. Не поняла. Чисто дружеский жест, Светлана Кирилловна. А чем продиктован такой жест? Ну, вообще, я заметил, что вы в последнее время пребываете, так сказать, в гордом одиночестве. Вот я и решил, так сказать, скрасить. Ну, в общем, я и сам парень самостоятельный. Станислав Петрович, вы, наверное, забыли, что я женщина с ребенком. И планы на вечер у меня давным-давно устоялись. Спасибо, конечно, но не стоит. Светлана Кирилловна, чисто дружеский жест. Я все поняла. Простите, мне нужно работать. Понятно. Надо было вам МХАТ. Всего доброго. Ну, все хорошо. Ну что, как выяснилось, контрольная по вышке завтра, значит, будем врубать обороты. А с чего начнем? Начнем с несложного, с определения непрерывной функции. Кто знает, что это такое? Так, понятно. Значит, объясню по-простому. Допустим, вот это наша часть. А по территории части проходит вот такая кривая извилистая дорожка. Скажем, от столовой до КПП. Вот это и есть непрерывная функция. Это дорожка, что ли, да? Ну да. От столовой, да? Ну да. Понял? Ну? Понял? А я не понял, мужики! Блин! Нет, ну реально, вы мешаете. Сидите тут, бубните на всю аудиторию. Просто мы к математике готовимся. А мне по боку. Лично я к математике не готовлюсь. Давайте, вон, идите на улицу, там орите хоть в три горла. А че это мы должны куда-то переться? Ну, если у нас самоподготовка. Ну, так тем более. Самоподготовка, значит, готовиться самому. Так мы сами готовимся. Нам вот только Крас немного помогает. Тоже мне профессор. Так, Красильников, бери свою республику шкит и дуйте вон на улицу. Давайте, либо тихо, либо нафиг. Что будем делать? Так, мужики, есть идея. Может быть, ночью поготовимся, а? Ночью? Угу. О, Наташенька, как говорится, на ловца и зверь. Я как раз к тебе. Серьезно? Соскучился, ты не поверишь. Стас, мы же договорились, только деловые отношения. Пардон? Сердце живет иногда отдельно от мозга, мозг не успел дать команду рукам. Виноват. Да? А мне казалось, что у тебя сердце с мозгом давно договорились. Так, давай, короче, по делу. Хорошо. Дело серьезное. На 2 миллиона. Вот 1 миллион, вот 2. Что это? Билеты в Линком. 5-й ряд. Стас, ты что думаешь, я пойду с тобой в театр? Ну, как тебе такой вариант? Я даю тебе 2 билета, ты идешь с кем хочешь. Что? Что, я тебе не могу сделать подарок? Тополь, ты что, больной?
Я от тебя никогда ничего не возьму. Понял? Встать, смирно! Вот. Вольно! Вольно садись! Так, Перепечка. Я! Иди сюда. Ну что, Перепечка, твоя просьба умирающего культуриста была позитивно оценена начальством. В общем, я договорился насчет зала, так что давай, собирай энтузиастов и через полчаса в качалку. Есть! Ребят, через полчаса в качалку. Чего тут радоваться-то? Да, Сырников. Я. На КПП. Что случилось? Ничего не случилось, просто на КПП. Я не пойду. Чего? А ну иди сюда. Сырников. Я тому, кто пришел, пообещал, что лично тебя доставлю. Он, между прочим, не без твоего участия, нам очень сильно помог. Поэтому, если надо будет, я тебя на руках донесу. Но рекомендую как-нибудь самому напрячься. Товарищ капитан, не положено, самоподготовка. Ты мне лекции тут не читай, положено, не положено! Раз я говорю на КПП, значит, я насчет этого как-то покумекал? Быстрым вальсом. Побежал! Есть! Я вот что звоню, Анастасия Федоровна. Скажите мне, а вы когда последний раз были на кладбище у моей Людмилы? Нет, ну что вы, я безо всяких упреков. Дело в том, что я заехал вчера, смотрю, а там как-то все убрано так аккуратно. Я подумал, не вы ли это? Нет, не вы? А, ну тогда, значит, дядя Сеня, наверное. А почему в больнице? А что с ним такое? А, ну и правильно. Понятно, передавайте ему привет. Да, спасибо большое, я тоже передам. Хорошо. Да, все. До свидания. Не вы. А тогда кто же? Привет. Садись. Я постою. Лёш, я не пойму, что происходит. Я тебя чем-то обидел? Нет. Тогда почему ты меня избегаешь? Понимаете, если я вам скажу правду, вы обидитесь. Да уж как-нибудь выдержу этот страшный удар. Излагай. Я не хочу быть вам обязанным. В смысле? В прямом. Мне это еще сначала не понравилось. Потом понравилось, а сейчас я просто думаю, что придет час расплаты. Какой расплаты, Леша? О чем ты? Я ни в чем не нуждаюсь, это раз. Во-вторых, мне от тебя ничего не нужно, это два. Жаль, что ты не так меня понял. Но вот есть еще и нематериальная сторона. Вам же нужны от меня какие-то чувства, ну, как от сына. А я не могу, понимаете? Меня, конечно, тронула ваша история, но вы мне не родной отец, и долго так продолжаться не может. Лёш, я абсолютно тебя понял. Ты молодец, ты говоришь то, что думаешь. И я тебе обещаю, больше никакой материальной инициативы с моей стороны не будет. Но если у тебя возникнут какие-то проблемы, ты обращайся. Договорились? Договорились. Ну вот и отлично. Вот и отлично.
Давай. Счастливо. Слушай, у тебя увал-то скоро? Да вот должен быть, но не знаю, будет ли. С ребятами пойдешь или с девчонкой? С ребятами. Девушки пока нет. Да ладно? У такого доброго молодца нет красной девицы? Ну, пока не обзавелся. Ну, ты с этим не затягивай. Ну, давай, беги. Счастливо. Пока. О, мистер Олимпия в действии. Так, где тут у вас можно покемарить? Ну, в общем, смотри. Это для общего развития гири тягать не поможет. Ну, для бицепса тебе вон те вон подойдут тренажеры. Или... Во, гантели. Гантели-то я умею. Ну, давай. Дам. Ну, вот. Не-не-не, ты это неправильно делаешь. Че? Ну, надо это, подъем с супинацией. С чем? Ну, так называется, в общем. Смотри, у тебя ладони снизу. А, вниз? При подъеме предплечья разворачиваются кверху. Вот. И главное, ну, не за середину грифа держать, а вот, да, правильно, к внешнему блину ближе. Вот. Так, так неудобно. Так эффективнее зато. А. Вот, давай, значит, ладони снизу, вре, да, предплечье кверху. Вот, локти фиксируй, фиксируй, вот, вот. А, к себе, да? Да, да, слышь, да. Шварц-теоретик, а ты вот тут сможешь подтянуть раз пять хотя бы и не обделаться? Сам не обделаюсь. В качании важен не вес, а техника. Ну. И вот ты, между прочим, корпус заваливаешь, а надо его прямо держать. Чего? Вы что, вспотели? Слышь, умник, языком-то подтягивать легко. Давай раз-два, сможешь, а? Давай, Печка, покажи им класс. О, мужики, смертельный номер. Одна масса пытается потянуть другую, кто кого. Ну? Давай, 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 настройся. Давай, Печа, поехали! Спин кроника. И... Раз! О. Два! Три! Нифига себе, а парень-то в теме рубит. Здоровечка, товарищ генерал. Здрасте, здрасте. Проведать пришли. Доброе дело. Да. А вас тут все, кажется, Митричем зовут? Так точно. А по имени? Василием кличут. Смотри-ка, тезка, значит. Да. А я, Василий Дмитриевич, вас как-то уже спрашивал. Но вы, может быть, кого-то за последнее время здесь заметили. А то я вот который раз уже прихожу и понимаю, что кто-то... тоже за могилой ухаживает. Вот недавно совсем оградку подкрасили, вот руку спачкал. А кому спасибо сказать, не знаю. Так. Краска свежая, быстро сохнущая, а застыть еще не успела. Стало быть, недавно были. Час, не больше. Ну да, я смотрю, вы прямо как детектив. Ну, работа такая. Крестики, оградки, заборчики. Все это требует чего? Окраски. Кстати, ручку вытрите. Ну вот, стало быть, кое в чем разбираемся. Спасибо. Ну что ж, не видели так не видели. Ну, суббота нынче. Народу много, так что извиняйте. Никого не заметил. Да, ну, да, да. С Богом. Всего доброго. А мы продолжаем репортаж соревнований «Сеньор Помидор 2008». Парни, а сейчас спектакль пропустим? Да тут боцман мочит. Давай, боцман, последний раз. Ну давай, и... 13! 20! Фу, ну потянул. И что из тебя? А мы что, на что-то спорили? Ну, потянул. Иди к полярнику медаль проси.
Молоток, Степ. Реально шаришь, все по технике сделал. Да, но я же здесь уже не первый день. И за сколько вот такого добиться можно? Ну, тут главное не только техника, но и правильное питание. Мясо побольше, да? В нем сила. Да нет, кстати. Ну, овощи надо есть и капусты побольше. Да, без капусты сейчас никуда просто. Не забываем. Передаем приветы родителям. Анжел, ну я не знаю. Да, увал должен быть, но для этого все должны нормально контрольную по математике написать. Ну, бред, конечно, но вот так вот. Ну, чего ты злишься? Тебе мама все передала? Да нормально, нормально. Ты знаешь, у нас в роте такое творится. Все просто из кожи вон лезут, чтобы увал пойти. Да, за успеваемость гонять начали. Не-не, у меня с учебой все в порядке. Но только у парней проблемы. Мы тут ночной забег в страну знаний хотим устроить. Угу. Как приезжаешь? Что, серьезно? А когда? Ну что ты, Ань, рад, конечно. Просто очень неожиданно как-то. Да нет. Да точно рад, серьезно. Ну это просто супер. Я тоже тебя очень люблю. Все, пока. Пока, целую. Ну ладно, я в общем потом расскажу. Что? В смысле, увал зарубит? Да нет, ты что, я просто на британский флаг порвусь. Ну ладно. Целую, пока. Слушай, Крас, чего? Помощь твоя нужна. Ну, говори. Да ко мне тут, прикинь, жена решила неожиданно приехать, а я растерялся, как пацан. Прохор, что ты как Штирлиц на допросе? Давай, говори по сути. Ты мне можешь в день увала ключи от своей квартиры доложить? Ключи? В принципе, не вопрос, но я уж сухому обещал. Блин. Что мне теперь делать? Слушай, а ты договорись с ним как-нибудь. Я думаю, тебе важнее все-таки жена приезжает. Думаю, он уступит. Мне, в принципе, все равно, кому из вас ключи подавать. А вы там как-нибудь распределитесь, подворуйтесь под времени. А? Спасибо, брат, выручил. Но я пойду с Сухим поговорю. Ну, хорошо. Алло. Алло, Мария. Привет, это опять я. Точно. Сухой. Варнава! Подъем! Встаем. Давай, Варнава. Раз, пять раз. Ты не мог найти интереснее место для ночных посиделок, да? Здесь спалят на второй минуте матча. Ну ты нудный, когда сонный. Не спи в салате, никто нас не спалит. Итак, начнем. Сначала вступление. Приблизительно ориентируясь в математике и зная Волыну, могу предположить, что завтрашняя контрольная будет состоять из примеров на интегрирование рациональных выражений. Спокойно, спокойно. Все на самом деле очень просто. Для начала дадим определение. Рациональное выражение – это дробь, числитель и знаменатель которой являются многочленами. Так, все поняли, что такое рациональное выражение? Кажется, не очень. Ладно, объясни проще. Вот это обыкновенная дробь. Это понятно? Угу. Теперь допустим, что числитель дроби – это девушка, а знаменатель – это парень. Да, ну вот это и сравнение у тебя. Так, сравниваем дальше. Смотрим, что у нас здесь происходит. Числитель, как известно, это
Девушки. Девушки, правильно. Сколько здесь девушек? Неизвестно. Угу. То есть их много. Да, да, да. Теперь смотрим на знаменатель. Парней здесь тоже не один. То есть их тоже много. А парней и девушек разделяет дробь. И все это вместе называется рациональное выражение. Так понятно? Понятно, не то слово. Вот. А каждая группа в отдельности – это многочлен. То есть группа девушек – это многочлен, и группа парней, соответственно, тоже. Слушай, Крас, а может, ты вместо Волыны будешь нам математику преподавать? Мы тогда на одни пятерки будем учиться. Да ну, я пас. Нет, тут сравнение-то, конечно, интересное очень. Но как оно нам завтра пригодится на контрольной? Вот как его использовать? Смотри, объясняю. Берем простейшую дробь. Тут, кажется, мне все понятно. Парни, парни. Спать, не спать. Слушай, Крас, может, как-нибудь отложим на другой раз, а? Давай 2 часа поспим. Потом отоспимся. Когда потом? В увале? То есть нам увалы дают для того, чтобы отсыпаться, да? Ну, Крас, а что, наши девчонки будут слушать весь увал наш храп? Сколько дым-то? Нифига себе, вы что, мужики? Зато мы все знаем теперь. Мужики, еще немножко. Смотрите. Отставить. А в знаменателе? В знаменателе стоит многочлен. А можно делить? Можно. Если сократишь числитель и знаменатель, то это выражение. Я вам сейчас покажу. Так, я не понял. Это что за тайная вечеря? Что вы тут делаете? Математику учим. Чего? Математику учим, товарищ майор. Ну-ка, дай сюда. Что за хинья? Ну-ка, дай ты. Ну, что такое? Ну что, математика вместо сна? Ну, ребята, ну вы даете. Иди сюда. А куда все подевались? В смысле? Народ весь куда смылся? А, они в бытовку пошли математику учить. Чего учить? Математику. Математику? Ну да. А, ну да. Придурки. Ой, ребята, что же вы меня под монастырь-то подводите, а? Во-первых, ночью надо спать. Это все понимают? Не слышу. Так точно. О. С другой стороны, вы здесь учитесь, что, конечно, само по себе дело полезное. Но совершенно не сочетается с «во-первых». А нарушение внутреннего распорядка – это у нас залет, бойцы. С коллективной ответственностью у нас вроде бы закончено. Так что отвечать будем индивидуально. Кто у нас инициатор? Я, товарищ майор. Ты красильник. Так точно. Ну что ж, поздравляю. Ближайшее увольнение для тебя накрылось медным тазом. А теперь марш в коврик досыпать оставшийся час. Бегом! На моем веку такое вижу впервые. Внимание, курсанты! Сдаем контрольные.
Так еще ж пара не закончилась. Ну, зато у вас было достаточно времени, чтобы показать свои знания. Сдаем, сдаем, сдаем. Варген, сдавай. Что? Сдавай контрольную. Какую контрольную? Контрольную. Варген, ты че? Пацаны, Варген контрольную не написал. Ты что, всю контрольную продрых? Продрых. Блин. Технологии все те же. Правда, чтобы они учились всю ночь, да еще так массово, да с лектором. Да пацаны же во благо. Таким благом у них дорога на гражданку выложена. Ну, это ты загнул, Артур Вениамин. Загибают гвозди на заборах, чтоб штаны не порвать. Слушай, в конце концов, я не понимаю, кто из нас полярный? Что-то ты в последнее время между плюсом и минусом зависаешь. Ребята залетели, это факт. Ну, а дальше? Залететь-то они залетели. Но ведь занимались, они водку жрали. Ну и что, что занимались? Хоть дрова рубили ветеранам всю ночь. Хоть на заборах звездочки красили, как тимуровцы. Но это ж не значит, что мы с тобой должны это поощрять. Так, короче, распорядок дня для кого? Для всех, конечно. Вот. И давай без соплей. Я и так не всех наказал. Пускай Красильников ответит. Он согласился, знаешь, залетел. Да нет, залететь-то он залетел. А вот контрольную на пятерку написал. Ну, написал и молодец. Благодарность ему объяви. А за залет ответить надо. Слушай, давай, строй роту, а? Есть. Буду краток. Красильников. Я. За нарушение внутреннего распорядка курсант Красильников лишается очередного увольнения в город. Есть. Ну и наряд, конечно. Есть. Меня, конечно, убили ваши результаты по математике. Убили в хорошем смысле этого слова. Одни четверки и пятерки. Красавчик. Всего лишь две тройки. У Брагина и Ковнацкого. Но есть одна двойка. Варнава. Я. По результатам контрольной составишь компанию профессору Красильникову. В наряде. Есть. Ну вот и все. Лекция на тему о пользе обучения окончена. Через час у вас тренировка в тренажерном зале. Не опаздывайте. Разойдись! Слышь, Крас, я ведь все знал. Просто вот уснул. Ну, тупо как-то. Да я тут при чем? Я ж тебя от незнания математики лечил. Ну, одни от впадения в спячку. Да. Пацаны, вы что, со мной не разговариваете? Враг, давай не сейчас. Видишь, мы занимаемся. Печка нас докопает как-нибудь своей качалкой. Ага. Как раз с математикой. Не знаю, я свою четверочку без помощи Крас получил. Я тоже. Куда Увал пойдем? Ко мне Женька приезжает. Я с ней, извини. К тому же я уже и ключи от хаты Красильникова взял. Тем более, что они ему теперь не понадобятся. Плохая шутка, врага. Товарищ за народ пострадал. Прям герой России. Ты про героев-то бы помолчал. Тем более мы наслышаны, каким ты героем был в армии.
Кристина, вы что, опять? Я же говорил, что все это лажа. Да что-то не верится, Брага. Да. Есть ощущение, что ты не все нам рассказал про свою армейскую биографию. Так что нам с тобой? А как говорить, вроде и не о чем. Ну, хорошо, я расскажу. Расскажу. Только вам двоим. Только обещайте, что никому. Так, мы в отличие от тебя дятлами не ходили. Ладно, Брага. Серый. Говорит. Короче, был у меня грех в армии.